неловкие ситуации. Ситуация первая. Дети, у нас в классе новая ученица, Лерочка. Привет! Пока расскажите ей, что к чему, а я пошла за журналом. В принципе, у нас в школе учителя все хорошие, но не считая вот этой вот... Сама понимаешь, уже 70 лет старухи, уже пора того, а она все работает и работает. А сколько она всего задает? И, кстати, у нее, говорят, мужика вообще не было. Вообще-то, у нее был мужчина, я ее дочь. Вторая. Да-да, я помню, какие у него были глаза. Это был просто капец. Это стул. Да, я так и подумала. Серьезно, вот смотри, слушай. Самые неловкие ситуации. Третье. Неловко – это когда ты поднял руку на математике, чтобы выйти, и неправильно назвал отчество математички. Неловкие ситуации. Четвертое. Отлично, я все сделала, можно и мультики посмотреть. Да-да-да, я тоже так думаю. Ну-ка, повиси-ка. Ну-ка, дай мне сюда бок, что ты там смотришь. А? Это мультик Винкс. Действительно, феи. А ты что подумала, я смотрю? Неловко. Неловкие ситуации. Пятое. Неловко – это когда ты списывал решение с доски, а учитель все это стер. Шестая. К маме пришла в гости математичка со своим внуком. Она оставила его мне. Хорошо, не волнуйтесь, мы быстро найдем общий язык. А теперь слушай сюда, шмакодявка. Все игрушки мои. Только попробуй тронуть моего любимого единорога. Че, хорошо устроился, да? Сышь, где попала. Спишь до скольки хочешь. Учебы у тебя никакой нет. Папа, папа. Ничего, твоя лафа скоро закончится. Начнется учеба. Потом университет. И мамочка никакая тебя не спасет. Ну как, вы тут сидите? О, вы уже вернулись так быстро. А мы вот пообщались, мне кажется, он сказал слово «мама». А я знаю, он уже и предложениями говорит. Но рассказывай, внучок, чем это вот вы занимались с тетей? Неловко. Опять стул? Нет. Всем привет, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то вы знаете, что нужно поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал. Ну а еще пишите, какие у вас в жизни были неловкие ситуации. Самые оригинальные попадут в следующее мое видео. Ну и всем пока-пока, отличных выходных. Люблю вас, целую, обнимаю. Муа.